Итак, ребят, всем здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня мы продолжаем проходить Assassin's Creed, да, Assassin's, блядь. Ну, вот это вот та самая игра, в которую, ну, в которую я хочу вернуться, да, на в прошлой серии я это говорил, кто не видел, вот тут подсказочка, да, и ссылка в описании вообще на плейлист есть, в принципе. Вот. Усаживайся поудобнее, ну, там пледик, у нас традиции такие, пледик, покушай, да, там и попить, в принципе, хорошее настроение и удобное положение для вас занять, вот. Приятного вам просмотра, а мы начинаем. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его, он пробыл там слишком долго. Подожди, мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. Да, да, и такое бывает, получается. Итак, да. Мы, конечно, себя не очень, скажем так, в игре чувствуем хорошо. Хотя, по нему не скажешь, да, он себя заебись чувствует. Чего он там говорит-то, блин? Дьявол, даже не переодеться. Да, братан, согласен, даже не переодеться с тобой там. Мне нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника. Этому есть название – нарушение субординации. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название. И название — это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю срок. Но я достаточно умен, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лейла? Я знаю, что тот случай всех переполошил. Чего? И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется. И у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. Так, ну, мы, в принципе, узнали, что от нас хотели. Нас хотят, нас, короче, как этого, как хомячка вот этого испытуемого, да? Да, ну ты не бойся, это не бойся, конечно, ты туда не попадешь, это осуждаем такое, такое осуждаем, конечно. Вот этого дяденьку осуждаем. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Ну и иди в пизду тогда, бля. И иди тогда, ты знаешь куда. До свидания. А открыть не? Чешо. Они заперли дверь. Еще и закрыл меня. Нормально ты придумал, дядь. Нормально. Просто закрыл. Ну, нормально, что. Бывает. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами. То есть не это, да? Не все? Кого же мне придется убить? Не уже не все, да? Уже вот это вот, да, не сделать? Ваши предки шли почти верным путям. Уже это вот это вот уже не сделать, да? Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, понятно. Словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Конечно, понятно, дядька, что-то он скрывает, ребят. Что-то он от нас скрывает с вами. Что-то он доскрывает. Я, блядь, уверен, что-то скрывает жестко, причем. Ну, нам ничего не остается делать, как вот слушаться и все. А, вот это, да? Ну, погнали, что получается. Погнали. Погнали.
Если из-за вас переносчик кувшинов уронит свой груз, он раскроет вашу укрытие. Я жив? Чего себе? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком. Ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Чё ещё? Чтобы я забрал жизнь? Нет, пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Что-то он мутный какой-то, Итак, да? Что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу де Сабле. Понятно, короче, какой-то он мутный. Мой на самом деле. Опа, это что? Так, ну. То, а как бегать-то? Я не помню, как бегать. Как бегать-то, блядь? А я уж помню, как бегать. Да это понятное дело, как бегать-то, блядь? Я что, помню, как бегать? О. Так, ну понятно, а как бегать-то, бля? А, во. О. Все, блядь. Давай, погнали. Ох, нихуя. Так, побежали. К тебе, блядь, твоей мамаше. Ой, осуждаем. Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да, Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда... Нет, так не получится. Ступай. И помни. Начни поиски с деревенского рынка. Нормально. Так не пойдет, блядь. То-то не будет, это не будет, нормально. Извините. Ты напугал меня. Да мне пух. Интересно, куда это? Извиняюсь, извиняюсь. Так, дядя Кайда, иди. Дяденька, блядь. Да, прикольная игра, конечно. Очень прикольно. Ну что, получается, погнали. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, нихуя себе. Так, запоминаем, где можно прятаться. Тут должны быть еще такие эти палаточки, как я помню. А, где они, бля? Так, ну тут нету. Вон она есть одна. Одна. Вон там где-то вторая. Вон она стоит. Все, что ли? Ох, вот этот прыжок.
Да, кайф. Ой, я извиняюсь. А почему ты носишься? Здравствуйте. Ты меня тоже, до свидания, блядь. Так, нам нужно вон туда бежать. Вот сюда. Ух, бля. Такое. Прослушайте, сядьте на скамейку. Без проблем. F. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Муалиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Ну, сейчас я знаю, что ну, сейчас, ребят, нужно будет побежать. Это не причина молчать. К торговцу. Корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха, не иначе в одной из своих же корзин. Ну, вот и все. Короче, мы знаем, где кто, да? Нам же бежать вон туда, к этому скажите, торговцу чем-то. Интересно, что он затеял? Так, оп-оп-оп-оп-оп, бля. Одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Ничего себе. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать. Но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. На самом деле, ребят, очень много... Окей. Уходи-ка, пока я не рассердился на тебя. Да все, все. Ты же понимаешь, что сейчас? Я сейчас сделала. Это было проще простого. Кто это сделал? Кто? Не знаю. Кто это сделал? Кто? 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 Не знаю, кто это сделал. Так, опа. Тихо, тихо, тихо. Подожди, здесь флаг. Их лучше тоже вроде как собирать. Да, их 20 нужно собрать. Я не знаю, к чему, зачем они, не помню. Но их нужно собирать. Их нужно собирать. Предатель? Я не предатель. Это Аль-Муалим предал нас. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь. Даже так, блин. Ну, это типа такие простые задания. Ну, ребят, я помню, как я первый раз проходил эту игру, это вообще забейте. Я столько нервов тут, бля, потратил. Это вообще жесть. О, ты можешь быть, кстати, в этом прохождении, в этот раз, в этом прохождении, что, блин. Короче, может быть, как раз таки, тут тоже потрачу много нервов, когда буду проходить, потому что это забейте. Потому что есть баги, есть все это дело, никто это не отменял, в принципе-то. Есть баги, которые, ну... которые в пользу тебе идут, а есть, которые против тебя. И чаще всего может быть против тебя. На, ёпта. Конечно, блядь. Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль,
Он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемот на более поздний участок памяти. Шесть. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Есть. Ты справился, Альтаир. Ты заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их и посеешь семена мира, как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. 9 жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Один вопрос. Что-то мутный. Дамаск. Не, он какой-то мутный, ребят. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Голубя взял, нормально. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Он тебе поможет? Он тебя Если поможет? Это необходимо. Он тебе. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. А, нормально. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Какой-то он мутный. Так, ну что, теперь у нас орлиное. А это открыто. Тут что? Тут прыгнуть. Прыгнуть можно теперь. Хуякс. И добавились у нас ячейки, видите, где глазик вот желтый. Так, ну что. А, поучи моих учеников, да? Похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Как в Mortal Kombat, в принципе, да? Понимаю, у тебя много дел. Чего?
Не-не-не, нахуй. Да-да-да-да, все, выхожу из обучения. Понимаю, у тебя много дел. Угу. Очень много дел. Такс. Я, наверное, буду такие, типа, просто если буду бегать туда-сюда, от задания до задания, буду просто вырезать, наверное, и все. Ух, ля, какой город, смотри. Капец, да? Так, нам вот сюда, получается, так. Что, поехали. Так, ну давай-ка становись тут. Аллах с нами, старик. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Ой. Неверный, умри. Неверный, иди на дороге. Чего, блядь? Все, до свидания, блядь. Давай-давай-давай, беги. Блять, куда бежать-то? Останься. Блять, куда бежать-то? А, не дает мне? Серьезно? Он не дает мне? Давай. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Все понятно. Пожалуйста. Да, но и времена настали. Так, ну мне получается с ними, да, я так понимаю. Пошлите, ебать. Или все-таки вот тут как-то мне нужно быть? Здесь все, что тебе нужно. Да вроде с ними надо идти. Да, конечно, я капец, да, не отличаюсь. Первого у меня нету, да. Угу. Типа Сирюкены. Все, let's go сразу же, блядь. Так, куда нам нужно с вами? Нам нужно с вами исследовать эту. Где это можно сделать? Правильно, нигде. Это можно сделать только в двух местах. Нам с вами нужно исследовать все это дело, да? Чтобы понять, куда идти-то. Вон он, видите, показан. Окей. Да, быстрее забирайся. Вот и все. Блин, конечно, это жесть. Так. А, здесь эти должны быть. Еще челики. Нет. Никто здесь не стоит. Так, как все забраться? А как забраться? Чего? Как забраться-то? А, ну ладно. Ну ладно. Что-то я как-то вот забыл про это, ну ладно. Так, сейчас будем смотреть, кто где, как говорится. Как Человек-паук, да? Ну ладно. Хотя, может, Человек-паук, как ассасин. Не знаю. Так, ну, в принципе, мы посмотрели. Нам с вами... Куда идти? Нам с вами идти... Ага. Нам с вами идти, конечно же... Это что? Кража, спасение горожанина и бюро. Давайте в бюро... Нам в бюро в любом случае надо идти. Да, нам в бюро надо идти с вами. Мы с вами в бюро. Поэтому давайте прыгнем. Хотя зачем? Вот он. Альтаир, рад видеть тебя невредимым. Я тебя тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке.
Да, ты никогда не был сторонником Кредо, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Думаю, ты знаешь, как его выследить. Да, конечно. Узнать, где и когда он бывает. Конечно, этим должен заниматься не я. Я понял. Начни искать в городе. Узнай, что он планирует и где работает. Подготовка — залог успеха. Что-то блин, еще вспомни, как искать. Тамир ведет жизнь подпольного торговца. Тебе нужно в рыночный район города. Я бы предложил поискать в следующих местах. Маленький базар к северо-востоку отсюда, медресе к востоку и сады к северу от бюро. Сосредоточь свои поиски в этих местах, и ты многое о нем узнаешь. И после этого вернуться сюда, я полагаю. Да, возвращайся, я дам тебе метку Аль-Муалима, а ты нам жизнь Тамира. Как пожелаешь. Запомни, Альтаир, если ты попадешь в неприятности и город ополчится на тебя, возвращайся сюда. Я укрою тебя. Но если враги будут близко, я не открою дверь, пока ты не избавишься от них. Ты понимаешь? Да. Приведя их, классно. Я подвергну братству опасности. Отлично, теперь иди. Блин, я не помню, как... тут ничего нету. Вроде даже ничего нету. Шахматы. Да, я не помню, как искать. Блин, вот. Сейчас вспомню, как искать. Я вот реально, честно, не помню, как искать. Я не помню, как искать. Честное слово. Нам вроде вот этим нужно помочь, да? Или что? Нам точка обзора надо сделать. Точно. Тебе нигде не найти товар лучше, уверяю тебя. Какие детали-то? Требуется расследование, чтобы открыть пяемость убийц 2. У меня есть все, что тебе нужно, я уверен. Взгляни и убедись. А как? Куда? Я не помню. Эй, ты! Да зачем ты делал? Подходи, посмотри мой товар! Ты мог покалечить меня? Блин, куда? Я, честно, не помню, куда. Блядь, а как прослушать? Бля, как? Я не помню, как, ты честно. Ты что, слепой? Осторожнее! А, блядь. Говорю тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети. Все равно это мешает работе. Шумят они. Надо, чтобы кто-то поднялся и согнал их оттуда. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Надо попросить стражу посмотреть. Ха, это вряд ли. Они все заняты лизанием пяток своему господину. Угу. Который пересекает. Центральную площадь базара можно забраться. То есть вот на эту, да? То есть вот так вот можно забраться. Похоже, он куда-то спешит. Нет, нельзя. А как? Тебе что-то нужно? Как странно. Так, ну ладно. Погнали тогда. Куда нам? Куда? Нам сказать. Давайте вот сюда, что ли, сгоняем. Сюда. Здесь тоже ничего не изучено. Лучше там тебе нигде не найти. Блядь, серьезно, нахуй. Ну, давай. Альтаир, мне нужна помощь. Я кое-что взял у одного из людей Тамира. Они ищут меня, пожалуйста. Проводи меня в безопасное место, и я с тобой поделюсь. Погнали. Проводи, блядь. Чё, сам не можешь по крышам фигануть, не? Не судьба, что ли, мужик? Ты же этот, ассасин же тоже, да? Ты же ассасин. Ассасин, не знаю, как правильно. Что ты не можешь по крышам-то фигануть, а?
Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя. Подходи, подходи. Внимайте мне, граждане! Неверный. Если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне! Мой товар! Давай, ну! Бан, блядь. Все, пошли. Ну, это было просто. Вот еще два. Все? Мы в безопасности. Отсюда я доберусь сам. Да, и тут два стражника. Это что-то вроде приглашения. Надеюсь, оно поможет в твоем деле. Еще как поможет, братан. Вроде все, теперь можно... Да, можно в бюро возвращаться. Теперь. Не, можно чисто по приколу вроде сделать три. Три задания можно выполнить, в принципе-то. Вот, и там дается дополнительная информация просто, но не хочется время тратить. Я не уверен, что, типа, есть смысл. Альтаир, входи, входи. Я сделал, что ты сказал. Теперь дай мне метку. Сначала информация. Что ты узнал? Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке. Обсуждение важной сделки. Говорят, что самый важный в его жизни. Он будет занят своей работой. Тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежен. Я отпускаю тебя. Перо. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Перемотка на более поздний участок памяти. Эмир на базаре, он занят подготовкой. Ну, let's go. Минус первый получается сейчас будет. Я так понял, это типа мини-боссы. Это не прям боссы главные, это мини-боссы, скажем так. Для больной, голодной и нищенки. Ёпта, что ты делаешь? Пожалуйста, господин, подайте. Взгляните сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Где? Цифры ничего не изменят. Твои люди не выполнили заказ. Из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время. А вот нам. Так говорят лентяи или неумелые. Ты из таких? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь. Но ваш клиент требует слишком много. И вести все очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу, вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого. Ты смеешь оскорблять меня? Нет, что за звуки-то, блядь? Не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит. Хватит? А! Да я только начал. Нет, нет! А!
А, звук опаздывает, точнее, да, звук опаздывает за видео. Ты явился на мой рынок. Торговал с моими людьми. И посмел оскорбить меня? Ты должен знать свое место. Сейчас тебе ББ, мужик, будет. Сейчас тебе, мужик, да. Сейчас тебе ББ, блять. Нет. Осуждаем. Оставь здесь. Осуждаем такое. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. Поехали, блять. Господин, подайте. Мои родные больные. У меня много разных товаров, даже слишком много. Ебись. Я прошу всего лишь. Бан нахуй. Покойся с миром. Ты заплатишь. Вы все заплатите. Похоже, сейчас платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли. Считаешь, я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя. Так, ну что? Нам бежать получается. Нам нужно бежать получается с вами. Оп. Хуякс. Ты как отсюда выбраться? А вот так вот. Вор! Грязный вор! О, прибежал. Скидки на все товары. Сюда. Он все-таки смог от меня скрыться. Остановите его! Ты не смогли видеть. Серьезно? А, теперь они меня будут агриться? Куда он пошел? Хуяся. Увидишь, тебя трубят руки. Спаси меня, Алас! Забона, перестань! Ты смеешь красть меня на глаза? Сразить его, Аллах! Умри его! Ну, помогите же! Умри его! Прекрати, ты делаешь... Вот оно и но начало. Умри его! Так, мне нужно в бюро. Скажи на милость! Да. Ничего себе? Бля, надеюсь, меня не заметит. Что нахуй оно надо? Так, что, все, погнали в бюро, и, в принципе, можно серийку-то заканчивать, потому что, ну, вот так вот. Чтобы ее не делать на 3 часа, на 2, то и больше. Ты смеешься, что ли, дядь? Да. До меня дошли известия о твоей победе, Альтаир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Альтаир, тебе нужно рассказать все Аль-Муалиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Перемотка на более поздний участок памяти.
О. Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых. Ладно. Понятно, блядь. Да. Видите, опять какие-то надписи. Что это за надписи? Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Он что, в одной одежде, что ли, фигачит? Нормально, чисто. Да. И... Где Люси? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошло тысячи лет, а общество осталось все таким же варварским. Все таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Не это ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймете. Классно, намеки. Или не поймете. Мне все равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Извините, я опоздала. Мы готовы? Да. Короче, ребята, вот такая вот серия получилась, да? Такая вот серия получилась. Вот. Спасибо за просмотр. Как всегда, ставьте там, да, вот, поддержку, в принципе, подписка, лайк, колокол и по желанию же комментарий. Готовы приступить к работе? Сейчас, подожди. В принципе, все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии.